Ах, счастье мое, счастье из прошлого. Всем привет, друзья. Ну что, я вернулся более чем на 30 лет назад. Я нашел в гараже свой ящик. Ящик 86-го года. Просто посмотрите, я вернулся просто в свое, скажем так, детство. Господи, что у меня только не было. Эх, блесна. Смотрите. Советские блесна. 30 копеек. Купавна. И вот она вторая. Было прикрыто поролоном. Поролон поподъел. Ну, скажу, вот они, видите. Вертушечка двойная. Это все магазинное. Ну, ложка это самоделка. А вот она, смотрите, вторая заготовка. Ох. А вот это зимняя. О, это на Зее, на Дальнем Востоке такой ловили. Так вот. Мормышки. А вот запечатанный даже набор мормышек. Видите, все запечатано. Ага. Вот они. Это ж надо. Я на зимнюю рыбалку последний раз ходил именно на Дальнем Востоке. На Зею. На озера там. Видите, какие мормышки были, блесенки советские. Производство. А мухи. Вы гляньте, какие мухи делал Советский Союз. Как живые. А? Господи. От спиннинга. Так. А поплавки. Это же вот кто помнит. Вот он. Такой для дальнего заброса был. Гусиные. Вот из гусиного пера. Блесна. Ах, советские блесна. Леска. Вот леска рыболовная. Видите. 85-й год. Все упаковано. Совхоз имени 15-го партсъезда, Московская область. Что тут у нас? Разрывная нагрузка по ОСТу. 16,5 килограмм. Вот эта леска стояла на Невской катушке. Вот такая еще леска есть. Тоже. Но это уже производитель... Ленинградская область, 88-й год. Ох, 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 тут... А мухи, гляньте. Это ж не самодельная. Видите? Это такая вот муха продавалась. Причем она ставилась, вот смотрите. Вот видите, вертушечка какая. Как сделана вертушка. Это магазинная. Вот тут пластик, видите? Вот. С красной точечкой. И тройничок, да? Вот. А на второй, видите, как раз поменьше. Вот. Лепесточек, видите, как связывалось карабинчиками. И стоит вот эта вот муха. На Зее классно тогда чебака на нее ловили. Эх. Вот я и в детстве. А крючки. Ага. Никаких дырочек, гвоздики. Видите? Вязался крючок. Ну, супер дефицит. Ну, крючки тут у меня разные.
Ой. Сейчас таких уже крючков нету. Сейчас. Все Made in Китай. А это наши. Причем сохран. Видите какой. Тут вообще. Это на карася. Ой-ой-ой-ой. Мое детство. Хотя, видите, вот эта коробка, тут ржавая. А тут было закрыто хорошо, нормально. Ну, елки-палки. Я вообще поражен своим зимним набором, конечно. Вот эти вот мормышечки. Это все, ребят, покупалось. Это все стоило денег. Видите, леска. Рубль 50 вот это. А это один моток. Рубль 35. О. Интересно. На мормышках. 5 мормышек 35 копеек. И запечатанные. Все как положено. О, раритет. Я, конечно, в шоке, что я нашел эту свою коробку. Я реально думал, что уже все. А, эти поводочки, как положено, на спичечном коробке. Злынка, тоже Брянская область. Вот как раз мы в 87-м году в Брянск приехали с Дальнего Востока. Кстати, друзья, в наше время, смотрите, будет очень актуально. Крючочки, да, вот коробочка. Видите, 50 копеек. Производились они. Завод «Арсенал» имени Ленина, город Киев. Киев, ребята. И самое интересное, вот они тоже крючки, коробочка. 25 штук, 50 копеек. Видите? Завод «Прогресс». Город Нежин. Эти опять вот Киев. 25 штук. То же самое. Киев. Завод имени Ленина. Сейчас в Киеве нет уже Ленина. А, и бобина осталась у меня, видите. Made in ГДР. Все, тоже нет уже ГДР. Правда, блины, нету у меня лески. Да уж, да уж. Ну что, надо очищать свой раритет. Прятать подальше. В общем, находка. Моя находка из детства. Я вообще... просто очень приятно поражен, удивлен и рад. Вот так вот, рыбаки, вернулся назад в прошлое на 30 с лишним лет.